Бешенство в регионе бьет рекорды. Только зафиксированных случаев уже в четыре раза больше, чем в прошлом году. В основном от вируса страдают еноты, лисы и енотовидные собаки. Для профилактики бешенства ветеринары вместе с егерями делают раскладку в лесу. В этом году активно используют авиацию. Вместе с приманкой животное раскусывает пластиковую ампулу с лекарством. Как рассказали специалисты, в лесном массиве уже разложили около 500 тысяч доз препарата. В скором времени планируется распространить еще 3 300 тысяч. Особенностью текущего года является то, что раскладка производилась при помощи авиации. Сейчас э, планируется еще раскладка осенняя, но проблема имеется с поставкой вакцины. Среди домашних животных э, вакцинация проводится, также профилактическая работа. Это вакцинация как непосредственно на территории наших учреждений, то есть на ветеринарных станциях. Кроме этого, ветерина... специалисты ветеринарных станций организуют выезды по населенным пунктам.